Несколько тысяч протестующих штурмуют правительственный квартал в Киеве. Демонстранты пришли к Верховной Раде, чтобы требовать конституционной реформы. Но когда милиция преградила им дорогу, начались столкновения. Пострадали 8 военнослужащих. Активисты подожгли 2 грузовых автомобиля КАМАЗ. Они запускали в воздух фаеры и закидывали стражи порядка камнями и петардами. В ответ милиционеры стреляли светошумовыми гранатами. Против нападающих также использовали слезоточивый газ. Тем временем секретариат Верховной Рады начал регистрировать предложения оппозиционных фракций о реформе основного закона. Политики хотят, чтобы страна вновь вернулась к парламентско-президентской республике, и изменения Конституции 2004 года, по их мнению, позволят разрешить сложившийся в Украине кризис.